Как бы сказочно ни звучала речь о том, что на Амазоне можно легко начать торговать, можно зарабатывать хорошие деньги, можно легко туда выйти и продавать свои товары, завозить товар с Китая, завозить свой продукт из твоей страны. Тем не менее, несмотря на то, что большинство рассказывает в своих видео о том, как это легко начать, у людей все равно возникает масса вопросов, связанных с доставкой товара. Ведь человеку непонятно, как его доставить, как его растаможить, как его продавать, как получать деньги, да, то есть как вообще можно это все дело организовать. И смотря на видео на YouTube, складывается мнение, что все очень сложно, запросят какие-то инвойсы на товар, запросят документы, у меня этого ничего нету, я не смогу ничего предоставить, мой товар зависнет, я потеряю деньги. То есть очень много недопониманий есть у людей, и связано это с тем, что они получают собрать всю информацию воедино. Я постараюсь в этом видео изложить ее максимально подробно, и максимально понятно, чтобы тебе было, что тебе стало ясно, как можно завести свой товар, несмотря где бы ты ни находился, да, то есть в какой бы стране ни был, как завести свой товар в Америку, как его продавать на Amazon, как продавать через свой сайт, как продавать его в Facebook, Instagram и работать со своим товаром под своим брендом. И это видео будет полезно для тех, у кого есть рядом производство какое-то, у кого-то есть знакомый, кто является производителем, поставщиком какого-то товара, кто знает поставщиков. Если ты сам являешься производителем какого-то товара и хочешь его продавать на Амазоне, либо в Америке, либо в Европе, то есть принципы, они останутся одинаковые, что для Америки, что для Европы. Просто в каждой стране, в каждом континенте есть свои определенные нюансы, да, то есть свои правила, по которым нужно будет доставить товар, отгрузить его и, соответственно, продавать по определенным правилам. Ты поймешь принципы, как можно завести свой товар из Украины, России, из Китая, из Белоруссии, Казахстана, практически из любой страны в Америку и продавать его там. И в зависимости уже от твоей стратегии торговли, либо масштабироваться, либо закрываться с этим товаром, потому что знаешь, что в Америке есть свои товары, их есть достаточно много. И первым этапом, что необходимо будет сделать, это протестировать вообще спрос. То есть понять, есть ли спрос на твой товар. Возможно, там есть большая конкуренция, то есть может быть спрос, но может быть большая конкуренция, из-за которой ты не сможешь продавать свой товар так же легко, как это делают твои конкуренты. И скорее всего тебе потребуется именно завозить свой товар и тестировать. То есть на деле посмотреть, сколько действительно будет заказов, сколько будет продаж, и от этого уже исходить дальше, то есть завозить товар дальше, еще больше партию или нет, или нужно будет остановиться, понимать, что данный товар не приносит прибыли, то есть данные деньги, которые уходят на рекламу, на продвижение данного продукта, их не хватает, соответственно, данный товар не стоит продавать на Амазоне. Давай представим человека, который планирует завозить свой товар на Amazon, у него есть свое производство, и у него есть рядышком кто-то, кто производит товар. То есть он еще не знает, завозить свой товар или завозить товар своего соседа. Соответственно, необходимо будет разобрать определенные ситуации. И первое, что необходимо сделать, это проверить спрос на продукт. К примеру, у меня есть ручка. Допустим, Игорь, это будет наш персонаж, который продает ручки, который занимается их производством. Они сделаны из металла, соответственно, ручки довольно-таки хорошего качества. И он думает, ну раз у меня здесь идут ручки, почему они не пойдут и в Америке? Почему там американцы не будут покупать мои ручки, ведь они здесь продаются хорошо. Давай я попробую завести ручки на Amazon. Посмотрю, есть ли спрос. В этом случае Игорю нужно проверить первоначальный спрос, если вообще он на Амазоне. Для этого существует определенный софт. Игорю нужно зайти в категорию своих ручек, то есть он должен посмотреть в нише офисов, да, то есть там, где всякие изделия для офиса, органайзеры, ручки, карандаши, степлеры и так далее. Ему нужно посмотреть конкретно своей категории металлических ручек, что там происходит, есть ли там спрос, как устроены листинги, кто уже продает на Амазоне, как нужно организовать свою работу. То есть, возможно, нужно что-то добавить, возможно, там идут какие-то подарочные коробки вместе с этими ручками, возможно, это идет набор, возможно, это ручка и в нем набор из 10 паст, то есть одна ручка и набор 10 паст, или это набор из 10 ручек. Нужно проверить, что ходовое конкретно в его нише. Также вычислить спрос. Софт, его я могу назвать как AMZ Scout, либо Jungle Scout. Я использую на текущий момент, пробовал и тот, и другой. AMZ Scout
Он позволяет подключать разные компьютеры, то есть, допустим, одновременно. Допустим, ты хочешь использовать на одном компьютере, и твой друг хочет на другом компьютере использовать Amazon Scout. Таких компьютеров на самом минимальном тарифе можно использовать 3. Если это Jungle Scout, то я проверял, поначалу у меня выбивало с компьютера одного, а на другом заходил я в аккаунт, а сейчас на двух компьютерах работает. То есть, непонятно, что там происходит, но по тем данным, которые они высвечивают, то есть, практически одинаково. В цифрах необходимо узнать, что конкретно продают твои конкуренты и какой спрос на данные товары. Во-первых, смотришь столбик обороты. Сколько за месяц они делают оборотов. Желательно, но опять-таки это исходит уже конкретного продавца, конкретного продукта. Возможно, для кого-то 2000 долларов оборот это будет прям классно. А для кого-то 10 тысяч он посмотрит, да, что-то мелочи, не хочу даже на Amazon заходить. То есть для каждого по-разному. Мы обычно со своей стороны смотрим, чтобы оборот составлял от 10 тысяч долларов. И товар других продавцов не имел достаточно высокого количества отзывов, потому что отзывы на Amazon очень сильно влияют. К примеру, если ты заходишь с помощью данного софта и смотришь, что у твоих конкурентов, которые зарабатывают больше 10 тысяч долларов в месяц, у них недостаточное количество, ну, маленькое количество отзывов, к примеру, там 10, 20, 30, 50 отзывов, в этом случае ты можешь рассчитывать примерно на такие же цифры. То есть, если ты поставишь 20 отзывов, есть гарантия, небольшая гарантия, да, конечно, нельзя 100% быть уверенным в этом, идеального ничего не может быть, но можно быть уверенным в том, что при наличии такого количества отзывов, то есть, допустим, твой конкурент получает 10 тысяч долларов, и у него 20 отзывов, при наличии у тебя таких же параметров, скорее всего, ты получишь примерно такие же результаты. Но будь готов к тому, что твой конкурент, возможно, это какой-то монополист, а возможно, у него есть какой-то свой сайт, откуда он получает трафик, возможно, он делает какую-то дополнительную рекламу. То есть это тоже можно проанализировать, но вот основные моменты, да, то есть это насколько легко войти в нишу, есть ли там монополия и сколько там вообще оборот у твоих конкурентов, если ты будешь заходить в данную категорию. То есть это первый вариант, как можно проверить спрос на продукты и подобных товаров. А второй вариант – это фактически завести товар на Amazon. Ведь если ты завозишь, ты понимаешь в действительности, сколько идет товара. И в этом случае нужно будет завозить какую-то тестовую партию. Тестовая партия может быть в районе 300-500 единиц. Это уже будет зависеть конкретно от габаритов товара, это будет зависеть от стоимости в продажу. То есть, если товар стоит в продажу 10 долларов, и ты его завозишь, к примеру, там он тебе обходится в 2 доллара, в 3 доллара, скорее всего, у тебя не выйдет хорошо выходить на достойный уровень, потому что необходимо также заложить бюджет в рекламу, в отзывы, в выкупы товаров. И также, возможно, какие-то возвраты, какие-то проблемы с твоим товаром. То есть, если, допустим, покупателю не понравится его данный продукт, чтобы не пришлось ждать, когда твой товар окупится. И очень желательно, чтобы данный продукт был простой, потому что чем проще продукт, тем проще будет завести, проще будет, если потребуется какая-то растаможка, и он не потребует, скорее всего, каких-то больших вложений, потому что простые продукты, они стоят дешевле, но при этом они могут стоить достаточно, иметь хорошие стоимости в продаже. Допустим, ты будешь покупать товар вместе с доставкой за 10 долларов, а в продаже он тебе будет обходиться в долларов 20-30. Довольно-таки неплохо будет получаться, но нужно учитывать то, что у тебя должен быть запас денег, да, то есть у тебя маржинальность товара должна позволять делать тебе рекламу и делать демпинг товара. То есть на случай, если у тебя товар не будет продаваться по нужной стоимости, которую ты хочешь, или по которой продают твои конкуренты, нужно заложить также стоимость в том, чтобы можно было снижать цену на твой товар и продавать его по меньшей стоимости, получая тем самым больше продаж, получая больше продвижения твоего товара. О продвижении я, кстати, расскажу немного дальше. И тем самым сначала раскрутить свой товар, а потом начать понемногу поднимать на него цены. Представим теперь такой момент, что Игорь проанализировал свою нишу, проанализировал нишу ручек, понял, что его ручки не будут продаваться, потому что, во-первых, там серьезная конкуренция с огромным количеством отзывов на их товаров. У них есть достаточно большая база поддержки в виде других продуктов, то есть они продают не только ручки, у них еще дополнительные офисные продажи товаров, да, то есть они могут закладывать демпинг, они могут закладывать деньги на рекламу, соответственно, не получится с данными ручками стартовать. Также есть очень много китайцев, которые продают, также демпингуют, и, соответственно, Игорь решил ручки не продавать. Но у Игоря есть рядом производство, знакомое его, кстати, который продает другой продукт.
Знакомый Игоря продает вот такие штуки. Это фотоэпилятор, лазерный эпилятор, как он там называется. И выглядит он примерно вот так вот. То есть тут есть название бренда, и данный эпилятор имеет хороший спрос. Соответственно, Игорю уже необходимо будет делать определенные продажи, делать определенный анализ товара данного на Amazon. Что он делает дальше? Он заходит опять-таки в свою программу, в свой софт, Jungle Scout, либо AMZ Scout, делает анализ ниши и понимает, у нее есть хорошая цена, у нее мало конкурентов, то есть они есть, в принципе, листинги молодые, потому что товар как бы сам по себе не так давно уж появился. Там нет монополии и нет Амазона. Соответственно, есть смысл выходить. Что делает в первую очередь Игорь? Он просит своего знакомого: поставь, пожалуйста, мой логотип сюда. Я тебе дам изображение. Изображение я взял у фрилансера. Оно стоило мне порядка 15-25 долларов. Все зависит конкретно от уровня фрилансера. Но вот это изображение. Поставь мое. И то же самое сделай на товаре. Я хочу там, чтобы был мой логотип. После чего я буду завозить данный товар на Amazon, посмотрю, как он будет работать, как вообще будет пользоваться спросом или нет. Давай я закуплю у тебя 300 штук и буду продавать на Амазоне. Также Игорь сделал анализ на Амазоне, что данный товар идет хорошо с дополнительным каким-то комплектом, с дополнительными насадками, чтобы в случае, если предыдущий выходит из строя или у нее небольшая надежность, да, то есть время работы, соответственно, то есть там износ есть определенный, человек мог поменять насадку и опять-таки пользоваться данным продуктом. Ну вот как-то в принципе выглядит такая насадка, плюс еще вот такая, и еще дополнительные очки идут в комплекте. Тем самым у него возникает новая проблема, связанная уже с доставкой товара. Он не понимает, как ему это нужно будет сделать, как нужно будет доставить товар, как нужно будет растаможить, как получить, возможно, определенные сертификаты на продукт. И, скорее всего, он столкнется с определенными вопросами, так как человеку, который еще ни разу этого не делал, ему непонятно, как это делается. И на YouTube очень сложно найти подобную информацию, она, если и даже она есть, она достаточно сильно разбросана и поверхностна. Теперь нашему герою Игорю нужно понимать, что нужно сделать для того, чтобы доставить товар на Amazon. Во-первых, ему нужен аккаунт. Это опять-таки в любом случае, то есть желательно, чтобы это был его аккаунт. Можно оформить на физлицо, можно оформить на фирму. Если это фирма, это должна быть фирма в США. Если это Европа, желательно в Европе, конечно же. Не всегда получается оформить на жителя СНГ сам аккаунт Amazon. Поэтому возникает вопрос также, возможно, в покупке готового аккаунта. Кто-то скажет: так, ты опять свои аккаунты пытаешься втюхать, utility bill пытаешься втюхать, ты все это делаешь, чтобы аккаунты продавать. Я никому не заставляю ничего покупать, то есть я просто могу помочь сделать, начать торговлю на Amazon, а покупать аккаунт у меня либо у кого-то другого — это дело каждого. И когда у тебя будет аккаунт, ты сначала создаешь карточку товара, оформляешь ее, ну так, на троечку. То есть желательно не копировать данные откуда-то из внешних источников при оформлении карточки. Желательно сразу указывать свой бренд. Кстати, сейчас ситуация на Amazon такая, что нет возможности указать свой бренд, если он не зарегистрирован в базе. Для тех, у кого этот бренд уже раньше был указан, его можно использовать, но для тех, кто только сейчас будет начинать создавать свой бренд, его нужно будет либо иметь регистрацию в Америке, либо этот бренд уже должен быть в базе Амазона, либо этот бренд необходимо будет, нужно будет доказать своим товарам, что этот бренд у тебя существует, что это не просто так, как это нарисовано просто на изображении логотип. По листингу, опять-таки, изображение не стоит брать из интернета, изображение не стоит брать, просто копировать у кого-то, и также не стоит брать описание, заголовки у тех людей, которые уже продают на Amazon, тех продавцов, которые, тех товаров, которые есть на Amazon, потому что это может повлечь за собой просто-напросто ошибку, связанную с тем, что будет этот товар будет содержать, это описание будет содержать определенные ключевые слова. И листинг заблокировать могут, могут заблокировать товар, когда он доедет. Об этом я расскажу в следующем видео, потому что у нас был такой опыт, это, ну, правда, не лично у нас, а у нашего клиента, который у нас брал аккаунт, и он самостоятельно решил себе сделать листинг, после чего, после данной ситуации, он потерял просто из-за того, что скопировал текст, который содержал в себе запретное ключевое слово, текст он брал из интернета, копировать, вставить, ему заблокировали листинг, а товар он уже отправил. Соответственно, товар не удалось ни вывести, ничего, и человек попал на 5-6 тысяч долларов. Поэтому лучше на троечку сделать, просто какое-то краткое от себя описание написать,
чтобы не было никаких кривых слов, не связанных, точнее, с этим товаром. И потом уже, когда товар начнет уже ехать, двигаться, заходить на Amazon, тогда уже сделать хорошее описание при помощи копирайтера какого-то, да, либо переводчика, если ты сам, допустим, на русском составишь текст, а переводчик тебе на английский переведет, ты просто скопируешь и ставишь. Но вернемся к той ситуации, когда Игорь пытается завести свой товар на Amazon и не понимает, что ему делать. Во-первых, представим, что он уже создал свою карточку товара, и ему нужно теперь создать отправку, shipment, который даст Амазону понимание, что товар сейчас должен ехать на Амазон. Тем самым во время создания этого шипмента ему нужно будет распечатать Игорю наклейки и наклеить на каждую единицу своего товара. Будут определенные штрих-коды. Нужно будет взять коробку. Если у тебя на коробке есть штрих-коды, нужно будет их удалить. То есть, если это какие-то штрих-коды производителя, либо твоего магазина, их нужно будет стереть. Соответственно, представим, что ты все штрих-коды стираешь, и нужно будет наклеить штрих-коды Амазона. FNSKU они еще называются. То есть их можно наклеить, желательно обычно их клеить где-то сбоку. Либо их можно при производстве сделать, либо отдельно наклейки распечатать и подклеить на коробку данного товара. То есть они, допустим, клеятся вот сюда, либо сюда, либо сюда, сюда, сюда. То есть где-то желательно сбоку, либо снизу. То есть примеры можешь посмотреть, зайдя в магазины. Главное, желательно, чтобы это было на видном месте. То есть, чтобы это не было где-то спрятано, где-то скрыто. Чтобы человек, который работает на Амазоне, он взял данную коробку и сканером ее просканировал. То есть, учитывая удобство. Следующий момент связан с тем, что ты должен на всех коробках их желательно одинаково проклеить. То есть, если они идут с одного ракурса, с одной стороны, допустим, спереди, на всех коробках спереди и проклеивай. Не нужно на одной коробке с одной стороны, на другой коробке с другой стороны, то есть расхлябисто как-то сделать. Если чуть-чуть криво будет стоять, ничего страшного, а вот если будет с одной стороны, потом с другой стороны, потом с третьей, с пятой, с десятой, в этом случае тогда не весь товар могут просканировать и отправить его там, типа не дошло. Представим, что Игорь наклеил все наклейки, и если бы он заказывал товар у китайцев, он бы просто эти наклейки отдал китайцам, то есть отправил файл, а китайцы у себя распечатали и поклеили бы так же самое данный продукт. То есть ничем не отличается, просто разница в том, кто это делает. И дальше Игорю необходимо уже упаковать все в общую посылку. То есть в общую большую коробку все товары сложить и отправлять на почту. Соответственно, ты либо на почте это уже используешь их услугу, либо самостоятельно делаешь упаковку. Конечно, желательно сделать хорошую упаковку, чтобы во время транспортировки ничего не побилось, ничего не помялось. И даже если товар доедет на Amazon, все равно есть вероятность того, что во время транспортировки что-то может повредиться. Поэтому я и говорю, что товар должен быть простой, не бьющийся. И желательно, чтобы он содержал в себе поменьше всякой электроники, так как возможно, потребуют какие-то сертификаты. Но это на самом-то деле не проблема, так как практически на большинство всяких вещей можно получить сертификат от производителя. И, как правило, они не требуют сертификации конкретно в США. Но у меня есть очень важная рекомендация, которая связана с батарейками и аккумуляторами. Если ты доставляешь товар, который содержит в себе аккумуляторы либо батарейки, скорее всего, на него потребует сертификат, потому что это опасный продукт. Потому что все батарейки должны быть сертифицированы. И тогда вот в этом случае, если у тебя есть возможность отправлять товар без батареек, либо без аккумуляторов, делай это именно так, чтобы человек отдельно себе покупал, уже если есть на Амазоне какие-то подходящие аккумуляторы под твой товар, а я думаю, скорее всего, они есть, чтобы человек их покупал отдельно, но не вместе, потому что это вызовет определенные сложности продуктом. Также у людей существует определенный миф касаемо инвойсов, потому что инвойсы Amazon требуют, как правило, у дропшипперов, у арбитражников, у тех, кто завозит товар под чужой бренд. То есть у них нет своего бренда, они завозят товар на чужой бренд, и у них требуют документацию. А многие люди, которые у меня спрашивают, а если у меня потребуют инвойсы, что мне делать, где я возьму инвойсы, подадут. Я слышал, что от китайцев инвойсы не подходят, от поставщика не подходят инвойсы, нужно именно от конкретного бренда кого-то. А у меня бренда же нету, что мне тогда в этом случае делать? Ну что ж, в этом случае тебе всего лишь напросто все, что нужно будет сделать, это предоставить инвойс от поставщика. Потому что в этом варианте подходит инвойс от твоего производителя, в этом случае подходит инвойс от твоего поставщика в Китае. И за все время, когда у нас потребовали инвойс, мы сами обратились в Amazon, потому что часть товара была утеряна и пришлось предоставлять инвойсы Amazon. И он нормально это воспринимает. Вот. Но если ты, конечно же, отправляешь
товар под чужой бренд, допустим, ты отправляешь в Китай копии айфонов, и Amazon скажет, типа, стоп, подожди, ты, кажется, продаешь контрафакт, ты, кажется, продаешь inauthentic товар, да, потому что там жалобы пошли от покупателей. Или ты продаешь какой-то другой товар, у тебя, скорее всего, либо сразу запросят инвойсы, и нужно будет подтверждать уже инвойс от дистрибьютора. Но это не касается private label, потому что private label — это свой бренд, это свои товары, и у тебя все сходится, у тебя нет никакой подделки, ведь на картинке указан точно такой же продукт. То есть все, что тебе нужно сделать, это иметь, просто желательно иметь документацию в наличии. И в случае, если будут какие-то вопросы, тогда уже предоставлять данный продукт Амазону. Идем дальше. И Игорь упаковал все в большую коробку. Может, это палет, либо это какая-то небольшая коробка. Но в случае конкретно с этим товаром, скорее всего, это будет достаточно большая посылка. Особенно, если там будет 300-500 единиц. Теперь Игорю предстоит наклеить на каждую коробку shipping label. Это уже большая наклейка, которая идет на общую коробку, создается она так же само в аккаунте, распечатывается и поклеивается. Нет ничего в этом сложного, это просто небольшой технический момент. Чтобы создать на разные коробки, соответственно, указывается, что там будет несколько коробок ехать, и указать размеры каждой коробки и создать shipping label под каждую коробку. То есть Amazon это автоматически сгенерирует после того, как ты укажешь все данные. Там все довольно предельно просто, нужно один раз это пройти, и тогда станет все понятно. Ну а теперь предстоит задача со справкой данного товара, потому что он уже упакован, запечатан. Игорь понимает, что он будет отправлять какими-то местными почтовыми службами. Возможно, если это Украина, это Укрпочта, Беларусь, Белпочта, Почта России, да, китайцы смогут, если Китай отправляет товар, китайцы, они везут либо через свои службы доставки. И также возможен вариант, если ты работаешь с Китаем, тогда через форвардера, который будет отправлять данный продукт. Насколько я знаю, большинство почтовых служб, которые могут доставлять, которые занимаются грузоперевозками, они не всегда берутся за такие товары, чтобы отправлять их в США. Но если это касательно местной почты, такой, допустим, ну, национальной почты, такой, как, допустим, Укрпочта, Белпочта, Почта России, в этом случае нужно будет доставить товар туда, к ним, и обязательно обсудить с ними вопрос, потому что ты клеишь на коробку shipping label, который будет считывать Amazon. А дело в том, что местная почтовая служба может все наклейки лишние убрать, либо заклеить их, так как должно быть наклеено только то, что принадлежит им, то есть их штрих-коды. Соответственно, если не будет наклейки Amazon, товар приедет, он не сможет его пробить. Он не будет понимать, что твой товар приехал, что его проверяют сейчас. В этом случае, я знаю, люди, как правило, пакуют, то есть вот у них, представим, что это уже, тут много разных посылок, да, что это большая, то есть в другом масштабе, это уже другая посылка идет, и тут много разных товаров внутри. Я его отправляю на Amazon, и его должны проверить, соответственно. И это нужно упаковать, то есть здесь где-то клеится shipping label, то есть большая одна наклейка, Amazon понимает, что товар приехал на Amazon, это не маленький штрих-код, это большой код. И сверху я пакую это все дело в черный пакет, то есть все это запечатываю, обклеиваю черной пленкой какой-то, полиэтиленом, чтобы местная почтовая служба первая не сорвала данный штрих-код, и Amazon распечатал его потом, когда товар приедет. И второе, чтобы почтовая служба, когда ты привезешь товар, видела, что там ничего, никаких лишних наклеек нету, и они поклеили свою наклейку. Дальше необходимо будет указать, что это за продукт таможенной декларации. У каждой страны это своя бумажка. В каждой стране это будет примерно нечто похожее данные, но оно будет визуально отличаться. То есть тут важный принцип, что нужно будет заполнить данный документ и отправить товар. Возможно, будут какие-то таможенные пошлины, но это будет зависеть от количества, которое будет отправляться на Amazon, в США конкретно. То есть, как правило, если товар не достигает суммы, это при ввозе в США, то есть до 800 долларов товар в США не подлежит растаможке. Он проходит как обычная посылка, вместе с другими посылками, все нормально. А с другими суммами может все быть по-другому. Но у нас на деле, на практике, все касалось конкретно вот, 300-500 штук у нас заходило без проблем, без какой-то либо растаможки, то есть все было нормально. Но если будет касаться дела растаможки конкретно в США, опять-таки подключается брокер таможенный, ему платится определенная сумма, он оказывает свои услуги и без проблем растамаживает товар. И товар едет дальше на Amazon. В твоей стране, если ты отправляешь товар, необходимо будет заполнить эту таможенную декларацию. Она легко заполнится тобою, возможно, не с первого раза, но все вопросы я тебе рекомендую задавать конкретно
у той почты, которую ты будешь отправлять. Потому что я не могу знать ответы на все вопросы. Я, конечно, стараюсь это сделать, я стараюсь изучить каждый вопрос, но в любом случае возникают какие-то определенные нюансы. И не во всех случаях я хочу знать ответы на все вопросы. Ну, допустим, мне без разницы, как там будет заполняться таможенная декларация в России, на почте России, потому что мне это не нужно. То есть это не нужно большинству моих клиентов, это не нужно мне. Вот. Но если, допустим, будут какие-то вопросы касательно вот растаможки товара, я скорее обращусь к таможенному брокеру, который мне с этим делом поможет, чтобы я в этом не разбирался. То есть это гораздо сильнее сэкономит мое время. Но для тех, кто отправляет самостоятельно, без проблем. Заполняйте, спрашивайте вопросы у себя на почте. Не под видео, не в Telegram, не в Viber. На почте, потому что там дадут, скорее всего, самый точный ответ. Идем дальше. Игорь отправил товар через свою почту. Товар прошел таможню и успешно едет в США. В США его встречают в местном порту, неважно, это будет морпорт либо аэропорт, в зависимости от того уже, сколько денег платишь, да, какой почтовой службы везешь, каким образом будет выполнена доставка, вот, соответственно, там и будет принят данный продукт. Тем не менее, он идет на таможню и там уже проходит на местную почтовую службу. То есть товар доехал в определенный порт, приезжает машина UPS, USPS, местная почтовая служба либо FedEx, либо какой-то другой службой, и товар уезжает на Amazon в грузовике своем. Дальше. Amazon принимает посылку, и, как правило, обработка занимает порядка недели. Обычно в среднем примерно так, то есть в зависимости уже от габаритов товара, в зависимости от самого продукта, от загруженности склада, от сезона, все может быть по-разному, может быть за несколько дней, может быть и неделю, и две даже. И, соответственно, тот сотрудник, который проверяет товар, его пропикивает, товар заезжает у тебя в инвентарь, расформировываются по складам Амазона, и можно уже начинать продажу данного товара, то есть допиливать листинг, можно давать рекламу на Амазоне, можно также заниматься другими видами торговли, помимо Амазона. В первую очередь необходимо будет получить достаточное количество отзывов на твой продукт. В зависимости от каждой ниши, в зависимости от конкуренции, необходимо будет набрать столько отзывов, чтобы начать получить достаточно приемлемое количество продаж, потому что отзывы влияют на конверсию. И в самом начале, когда я говорил об анализе товара, о том, что нужно посмотреть, сколько у конкурентов отзывов, необходимо будет добиться примерно подобных результатов. То есть, чем больше отзывов у тебя будет, тем, соответственно, больше ты сможешь делать продаж, больше будет конверсий на твоих листингах. И что касательно отзывов, есть несколько вариантов их получения. Во-первых, это можно сделать при помощи выкупов. То есть людям платятся деньги специально, они покупают твой товар, оставляют положительный отзыв. Второй момент – это Amazon Reviewer Program. То есть там можно до 5 отзывов получить за определенное вознаграждение твоему потребителю, соответственно. Но там могут быть и также негативные отзывы. То есть тут уже конкретно нужно будет качественный товар отправлять на Amazon, потому что если отзыв будет негативный, это очень сильно хуже повлияет на продажу твоего товара. Третий вариант – это использовать специальные сервисы-купонники, на которых можно продавать, раздавать свой товар за определенное, опять-таки, вознаграждение. Четвертый вариант – это использовать чат-бота в Фейсбуке, то есть настраивается чат-бот, который ищет пользователей в Америке, в США, им предлагается приобрести данный продукт бесплатно и взамен, то есть если они хотят получить его бесплатно, они должны оставить отзыв. Та методика достаточно простая, нужно просто будет настроить чат-бота в ManyChat и подключить Facebook страницу. И также спросить у человека, который будет покупать данный товар, ну еще до того момента, как он его купил, нужно будет спросить, есть ли у него Amazon аккаунт, есть ли у него подписка Prime, может ли он оставить отзывы на Amazon. То есть он отвечает да, 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 после чего ему предлагается приобрести данный товар и совсем потом сделать возврат на PayPal, например, после отзыва. То есть человек получает товар, ты получаешь отзыв, все в плюсе, и, соответственно, когда у тебя наберется достаточное количество отзывов, можно будет уже заметить, что конверсия на листинге изменилась. Но желательно сразу уже заходить с определенным количеством отзывов. И тут есть очень важный нюанс. Скорее всего, у тебя может появиться вопрос, связанный, а сколько же отзывов оставлять, чтобы было все безопасно, чтобы Amazon их не снес. Я слышал, что сейчас нужно оставлять там 3-5% отзывов от продаж. На текущий момент безопасно оставлять порядка 30% отзывов от продаж. То есть
на 100 продаж 30 отзывов. Это более-менее безопасно. Если так граничный минимум, да, чтобы по безопасно-опасно, это около 50%, но отзывы могут снести в этом случае. Поэтому не рекомендую превышать статистику 30%, если нужно превысить, но нужно тогда делать выкупы. Опять-таки, выкупы плюс отзывы, они помогут тебе продвинуть твой товар в поиске Амазона. То есть это не только польза с отзывом, но еще помощь в продвижении данного товара на самом поиске Amazon. Органический поиск, когда человек вводит купить фотоэпилятор, твой товар будет получать более высокие позиции, нежели без выкупов, потому что выкупы нужно делать на ключевые слова. И в зависимости от тех ключевых слов, которые выкупаются, по которым люди делают заказ, уже по ним будет идти продвижение твоего товара. И дополнительно продвижение будет идти в самой категории, именно конкретно по позиции. Если ты хочешь бесплатно получить мой новый материал, который называется «7 ключей для Amazon», который ты видишь сейчас на экране, просто под этим видео на YouTube оставь комментарий, в котором укажи свой email, и на твой email будет отправлен данный продукт, с которым ты сможешь узнать, что такое онлайн-арбитраж, что такое private label и дополнительные фишки, которые помогут тебе, то есть те самые ключи, которые помогут тебе в торговле на Amazon. Следующим этапом Игорь понимает, что ему нужно заниматься продажей своего товара не только на Amazon, но еще и привлекать какой-то внешний источник трафика. То есть внутри Амазона можно делать рекламу, можно делать поисковое продвижение SEO, а можно еще и найти людей в Facebook, Instagram, можно найти людей через Google Ads. Что в этом случае тогда делать? Игорю необходим свой сайт. Сделать его можно на любой практически платформе. Это может быть WordPress, это может быть OpenCart, это может быть Shopify, это может быть любой другой конструктор, Wix, Шмиксы и так далее. Вот. Но дело в том, что в любом случае придется привлекать трафик, где бы ни был бы сайт. То есть это всего лишь инструмент, с помощью которого можно создать свой сайт. А дальше необходимо будет привлекать платный трафик при помощи такого сервиса, как Лицо-книжка или Быстрограм. Ну, так как это на текущий момент самые оптимальные сервисы, и там не так уж много придется платить за рекламу. Для США в среднем у нас получается привлечение одного клиента, именно конкретно в покупку товара, порядка $10 за одного клиента. То есть нужно закладывать примерно бюджет для того, чтобы понимать, ага, вот, допустим, при стоимости в 29,99. Я буду зарабатывать за то, что это деньги или нет? Что появятся, скорее всего, какие-то дополнительные вопросы, связанные уже конкретно с тем, как доставлять товар клиенту, как его хранить в США, где хранить помимо Amazon. Ведь я знаю, что товар можно на Амазоне хранить, а где еще можно его хранить? Возможно ли прямо с Амазона доставлять товар твоему покупателю? Что делать, если я, допустим, хочу завести свой товар на Amazon, но хочу торговать на eBay? Да, то есть, как мне это делать? Как вообще этот процесс должен выглядеть? И Игорь идет дальше. Он хочет завозить свой товар конкретно уже, он понимает, что на Амазоне идут продажи, и он хочет увеличить рынок сбыта. Понимает, что Амазон это лишь часть, лишь небольшой кусочек того, что есть в Америке. Игорь создает свой сайт на Shopify, и тут встает вопрос с платежами, потому что он является жителем СНГ, там практически невозможно для физлица сделать какую-то подвязку. И необходимо что-то решать. И выхода у Игоря есть два, или даже три. Первое – это оформить себе юрлицо в России, либо где-то еще в какой-то стране, где есть прием бизнес PayPal. В Украине, к сожалению, нельзя получить PayPal для приема платежей. Как вариант, можно подключить сервис для приема платежей Western Bit. Они подключают свой платежный шлюз, деньги идут им, а потом уже тебе там куда нужно выплачиваться. Это как вариант. В любом случае нужно будет доказывать, что у тебя есть свой продукт, что у тебя есть фотографии данного товара, что у тебя есть какой-то свой бренд. То есть нужно будет показать, что ты действительно собираешься торговать данным товаром. Возможно, даже какие-то инвойсы показывать. Есть сервисы, которые позволяют, внешние сервисы, которые помимо PayPal позволяют принимать деньги. Это может быть твоя местная служба. То есть в Украине это Way4Pay, Opt-in, какие-то еще, может быть, службы, которые принимают деньги. Но дело в том, что они будут принимать для России, например, это Яндекс.Касса, но они будут принимать и показывать валюту в рублях либо в гривне. То есть человек, американец, будет заходить на сайт и смотреть, пытаться уже делать заказ, оформлять заказ и видеть, что оплата должна пройти в гривне. К тому же у нас есть такая система, называющаяся 3D Secure, а у них такого нету.
Это когда вам требуется в приложении подтвердить то, что вы собираетесь сделать оплату. То есть, скорее всего, может какие-то платежи, они отваливаются из-за того, что они не смогут просто подтвердить. Ну, возможно, у них есть такая система, но, как правило, они этим не пользуются. Если ты замечал, когда делал какие-то покупки в интернет-магазинах у них, у тебя, как правило, платеж просто проходит, то есть без всякого подтверждения. И все, что необходимо было указать, особенно это касается Amazon, это номер карты и срок ее истечения. Поэтому принимать деньги на подобные сервисы я не рекомендую, хотя можно это делать. Вариант еще такой есть, чтобы использовать покупной аккаунт какого-нибудь Stripe, либо TwoCheckout, и его использовать. Ну, опять-таки, это покупной аккаунт, это более такая серая схема торговли. Тут есть определенные нюансы, особенно это связано с верификацией, либо с тем, что делать в случае, если возникнут какие-то проблемы с товаром, да, что будет, если заблокируют товар, если заблокируют платежный сервис. Вариант еще остается такой, чтобы зарегистрировать себе фирму в Америке, либо в Европе, и через нее проводить платежи. Получается, что если у тебя будет в Европе или в Америке фирма, ты сможешь подключить Stripe аккаунт, хотя это возможно не во всех случаях, либо ты можешь подключить себе, сделать бизнес PayPal аккаунт. И, кстати, вот самый оптимальный способ – это действительно использовать PayPal аккаунт, так как это и безопасный более, и доверенный от американцев способ оплаты за товары, так как они будут видеть твой сайт впервые, и им нужно уже будет создать какое-то определенное доверие. А так они будут заходить, видеть PayPal и понимать, что да, я могу здесь приобрести товар, и в принципе я остаюсь в безопасности. Кто-то может сказать: а я слышал, что к Shopify можно подключить, что у них есть своя платежная система, и через нее можно принимать платежи. Отчасти это правда. Но дело в том, что это зависит от той страны, из которой сам гражданин, который зарегистрировал себе Shopify сайт. Дело в том, что если это житель Украины либо России, то принимать Shopify платежи не получится. Нужно будет подключать внешний сервис. Stripe, TwoCheckout, PayPal. Итак, если Игорь понимает, что платежки он может принимать через свою фирму, либо через бизнес PayPal аккаунт, либо еще каким-либо образом, то остается вопрос решить с тем, как же доставлять и где хранить товар помимо Amazon. Потому что он знает, что можно отправлять товар с Amazon напрямую покупателю. Но в любом случае тогда придется за эту доставку, за хранение товара оплачивать. Варианты, когда люди делают доставку каждому покупателю через возврат, ну, то есть оформляют одну единицу возврата и делают типа это возврат для Амазона, да, вот, но отправляют на самом-то деле покупателю. И это обходится, доставка обходится в копейки. В этом случае рано или поздно Амазон это заметит и прижмет такого продавца. Если хранить товар, можно отправлять товар с Амазона напрямую покупателю через ручное оформление заказа. Это можно делать. Либо можно хранить, это еще как вариант, на внешнем складе в США. То есть это называется преп-центры в основном. Amazon их тоже знает, он с ними работает, то есть он понимает, что товары от поставщиков едут на преп-центр, но это уже касательно стратегии онлайн-арбитраж. То есть private label сейчас не касаемся. То есть private label, преп-центр может потребоваться в том случае, если, к примеру, люди делают возвраты твоего товара, и товар не может еще раз продаваться на Амазоне. В этом случае нужно будет его вывозить с Amazon, то есть либо если там какие-то другие проблемы возникают, все равно нужно будет вывести его на Amazon. А чтобы вывести, нужно понимать, куда его везти. Для этого и есть данные преп-центры. Для онлайн-арбитража они существуют для того, чтобы проверять товар, для того, чтобы хранить его, для того, чтобы отправлять напрямую покупателям, для того, чтобы выполнять определенные задачи, такие, например, как отправка товара на склад Amazon. То есть они там клеят штрих-коды, клеят шиппинг-лейблы, да, то есть выполняют определенную работу. И храня товар на определенном из таких складов, можно будет отправлять его, то есть получая заказы на своем сайте, предоставив данные клиента преп-центру, либо это Excel-таблица, либо это разовый заказ какой-то, предоставляешь данные твоего клиента, преп-центр отправляет заказ, выставляет тебе счет за доставку, и, соответственно, твой клиент получает заказ. Выгода в том, что если, допустим, твой товар, если кто-то занимается дропшиппингом и отправляет товар с Китая, доставка может занять 7-20 дней в зависимости от поставщика и от службы доставки. Но если товар находится в Америке, доставка занимает 2-4 дня.
То есть тем самым это очень выгодно для покупателя, и большинство покупателей действительно захотят купить данный товар, потому что они понимают, что они вот пару дней пройдет, и практически как с Амазоном, они получат данный продукт. То же самое можно делать и на eBay. Можно продавать свой товар, зарегистрировать себе аккаунт и с этого прип-центра продавать данный продукт. Для eBay потребуется PayPal аккаунт. PayPal можно не бизнес аккаунт, можно просто как физлица. Или если ты, допустим, у тебя нет PayPal аккаунта, ты можешь использовать сервис Western Bit, либо приобрести какой-то готовый аккаунт PayPal, оформленный уже на какого-то европейца, либо на россиянина, и использовать его для получения выплат с eBay. Принцип такой же самый: создаешь карточку товара, получаешь заказ, отправляешь товар с преп-центра и, соответственно, таким образом работаешь. Также там внутри eBay есть реклама, и можно с помощью нее получать продажи. Дополнительно, что еще можно сделать, и это если не иметь свой сайт. Разберу два варианта в том случае, если человек не хочет или не может получать платежи через свой сайт, и он хочет работать через eBay, через Amazon. Все. В этом случае можно настроить рекламу напрямую на товар на eBay, либо на Amazon. То есть напрямую сразу создается страничка в Фейсбуке, через нее настраивается реклама, и ссылка уже ведет сразу на товар на Amazon либо на eBay. Соответственно, тебе не приходится таким образом принимать платежи через свой сайт, а все платежи принимает на себя Amazon. Тем более, что многие покупатели, они уже, скорее всего, есть на Amazon, они ему доверяют. Также можно настроить Google рекламу. То есть, когда человек вводит купить какой-нибудь продукт, и он попадает на страничку Amazon сразу же, возможно, вариант настройки рекламы через свой сайт. Что это значит? Это значит, что ты создаешь все-таки свой сайт, но ты не делаешь продажу на нем. Ты все равно переводишь клиента на страницу Amazon. То есть, получается, что у тебя здесь Amazon, здесь твой сайт, и человек с рекламы переходит на сайт, а с сайта уже на Amazon. То есть так делают очень многие, потому что не могут реализовать стратегию в плане приема платежей на своем сайте. Но также можно и напрямую продавать со своих страниц в Facebook и Instagram, с YouTube, с Pinterest, то есть получать заказы прямо там. Для этого не нужно иметь свой сайт в наличии. Для этого, как вариант, это возможность получения платежей. Как вариант, это напрямую перевод человека на страницу Амазона. То есть оба варианта можно использовать, но в любом случае есть определенные нюансы в каждом варианте, определенные вопросы. Разберу еще один вариант, когда можно отправлять товар, не завозя его в США. То есть я знаю очень много людей, которые имеют у себя в наличии товар, но они не хотят завозить какую-то партию в Америку, потому что непонятно, будет товар идти или не будет. Или это какой-то handmade товар, то есть люди сами сидят и его делают. Тоже как вариант, можно сразу в США не отправлять. Что в этом случае делается? Страничка товара, то есть карточка товара, это может быть Amazon, Etsy, Shopify, это может быть eBay, Facebook, Instagram. То есть неважно, есть определенная страничка с товаром, куда попадает целевой трафик, то есть потенциальные клиенты, которые могут купить данный продукт. После чего ты получаешь заказ, и его нужно будет отправить уже из твоей страны. Банально приходишь на почту со своей посылкой, упакованной уже, отправляешь товар напрямую твоему покупателю. И все. То есть таким образом можно работать. Из минусов в этой стратегии можно выделить только то, что будет достаточно долгий срок доставки, и часть клиентов могут отвалиться, потому что, ну, как правило, люди импульсивные в свою очередь, и они стараются находить товары, чтобы можно было приобрести его сразу же. То есть нашли где-нибудь на каком-то магазине, думаю, так, надо заказать. А тут месяц, полтора доставка. Не буду заказывать, поищу еще. И так страничка теряется. Но если это какой-то уникальный товар, да, ну смотри, допустим, если опять вернуться к ручкам, они могут купить их на каждом шагу. В канцтовары пошли, купили ручку себе. Но если у тебя какой-то свой дизайн, там, да, уникальник, что отрисовано. Я знаю, вот, в Америке пользуются спросом отрисованные кроссовки, сникерсы. Получается, вот идет какой-то кроссовок, обувь, и на ней делают рисунок красками. То есть человек именно художественно отрисовывает его. Вот такие продукты, они будут пользоваться спросом, даже если там придется месяц ждать его. Но если это ширпотреб, товар широкого потребления,
человек не будет его ждать. Человек сразу пойдет в другое место и там его купит. Хлеб можно пойти в любом месте купить. А вот купить что-то уникальное, чего нет на полках, вот это будут ждать. Если ты видишь, что в твоей нише большинство продают таким образом, что можно отклеить из твоей страны, ну, нет смысла тогда завозить на Amazon сразу же на склады, потому что это будет непонятно, будет товар продаваться или нет. Но завозя товар на Amazon, ты получаешь конкурентное преимущество в виде двухдневной доставки. И ну, это очень серьезно на самом-то деле, потому что если у тебя был бы выбор заказать товар и ждать 30 дней, либо заказать товар и ждать 2 дня, я думаю, выбор очевиден. Что же касается налогов, я сейчас буду заходить с серьезной стороны, потому что мне как-то не хочется рассказывать тему про то, как отмывать деньги, про то, как найти себе какой-то аккаунт и через него выводить деньги. Да, то есть я расскажу ту тему, которая действительно, которая реальна, которая позволяет вам в действительности по закону, по сути, вести торговлю, чтобы работать без всяких серых схем. И это будет конкретно, я думаю, в помощь тем, кто действительно серьезно готов работать с Амазоном и с рынком Америки. Дело в том, что если ты занимаешься, у тебя есть своя фирма в Европе, либо в России, Украине, и ты продаешь товары за границу, то ты должен оплачивать налоги в своей стране. То есть получается, если я или Игорь, давай пусть уже Игорь будет, если Игорь будет продавать товары на Амазоне, как физлицо, у него нет своей фирмы в Америке, да, он будет как физлицо продавать на Амазоне, то он должен в своей стране отслеживать и уплачивать налоги. То есть он самостоятельно за этим должен следить. Это его, как сказать, законодательное право, да, то есть это он должен самостоятельно делать. Но если, к примеру, у него своя фирма в Америке, соответственно, он должен оплачивать налоги в Америку. И при получении продаж в американской фирме, то, что мы делаем, C-Corporation, налог с продаж идет от прибыли, внимание, да, то есть от прибыли, не от дохода, 21% фиксирован. Также есть налог, как у нас он НДС идет, с покупателей собирается, да, у нас он 20%, в Америке, как правило, 5-6%, в некоторые штаты есть безналоговые, там деньги не собираются, по сути. Вот, в зависимости уже от продаж в определенный штат необходимо будет самостоятельно, опять-таки, либо через бухгалтера, либо самостоятельно собирать и отслеживать эти налоги, собирать всю документацию и оплачивать в налоговую службу в Америке. Но это при наличии своей фирмы в США. Если у кого-то своя фирма в Европе, опять-таки, налоги платятся в Европу, то есть в той стране, где есть регистрация фирмы. Если торговля идет уже конкретно на европейские страны, то, соответственно, налоги уплачиваются в ту страну, где была продажа. То же самое касается в Америке, в Штатах. Да, если там есть sales tax, который собирается с покупателей, он оплачивается в тот штат, где была продажа. На самом-то деле тут ничего сложного нету, то есть остается только все правильно отслеживать, все документировать, собирать данные, чтобы у тебя в случае чего была доказательная база по документам, то, что ты там закупил товар, то, что ты его продал, вот. А что касается твоей страны, то самостоятельно уже отслеживаем, следим за налогами. Amazon берет в свою очередь определенную комиссию за свои услуги, и часть, конечно, этих денег уплачивается, идет в налог Америки. Но при регистрации ты указываешь tax ID, да, то есть заполняешь эту форму, и если ты не являешься гражданином США, то ты не платишь налоги в США, то есть тебе не нужно за ними следить, Amazon за этим следит. А вот в своей стране ты следишь за своими налогами самостоятельно, то, что ты получаешь. Опять-таки, деньги с Amazon, они выводятся на счет Payoneer. То есть все, что вот Payoneer, да, вот твоя страна. Пока деньги с Payoneer в твою страну не поступили на твой банковский счет, вот твой банковский счет в твоей стране, ничего не видно, все нормально. То есть как только ты, допустим, там 100 тысяч долларов переводишь на свой счет в банк, тогда возникают вопросики. От каждой страны есть определенные лимиты, после которых начинает работать финансовый мониторинг. Также зависит от банка, потому что один банк может с Payoneer получить выплату и сказать, откуда вы взяли деньги, скажите нам. Да, то есть какую торговлю вы вели, а другой банк может получить выплату без проблем и выдать тебе деньги. То есть в Украине приватбанк, монобанк, без проблем можно получить деньги, можно, и другие банки также работают. Есть, допустим, определенные финансовые лимиты, с помощью которых можно без проблем получать деньги,
То есть для Украины, насколько я знаю, в месяц 3-4 тысячи долларов без проблем можно получить. То есть никто, как правило, за это не будет смотреть. Фрилансеры, что поделать. А для тех, кто в других странах, допустим, это Россия, это, я знаю, у человека недавно была ситуация, он из Азербайджана, и небольшая сумма пришла выплата, и банк спросил, а где ты брал деньги, докажи нам. То есть, соответственно, ему нужно показать документацию, откуда он получил вообще этот доход. В этом случае можно использовать напрямую карточку Payoneer и с нее просто снимать с банкомата деньги. То есть таким образом можно работать, если ты являешься предпринимателем, опять-таки выводишь либо на свой расчетный счет, либо на свой банковский счет, либо через своих родственников, то есть как тебе уже удобно. Но этот момент я тебе рекомендую все же обсудить с твоим бухгалтером, то есть решить с каким-то юристом, да, то есть чтобы человек мог тебе помочь и ты действительно разложил все по полочкам. Ну что ж, история уже близится к концу, и у Игоря есть продающийся товар. Он понимает, что он идет, люди покупают его, но теперь приходит пора задуматься о своем бренде, потому что бренд можно будет в дальнейшем продать, можно будет с ним работать на более долгосрочной работе, да, то есть защититься как-то от конкурентов, которые захотят скопировать данный продукт, данный логотип, имея в виду того, что если товар популярный, скорее всего возникнут проблемы с так называемыми хайджекерами, которые становятся на твой товар, это, как правило, китайцы, они продают его, и цена на него гораздо ниже, чем твоя. То есть ты не получаешь продаж, все продажи уходят им. Есть методы борьбы, но сейчас я говорю конкретно про торговую марку. Стоит ли ее делать? Во-первых, нужно понимать, что есть два варианта. Первое – это прикрепить готовую торговую марку к твоему бренду, есть разные классы и так далее. Это делается без проблем, пару дней занимает. Вариант номер два – это регистрировать торговую марку США. По времени занимает порядка 9-10, возможно, в некоторых случаях около года времени. То есть достаточно долго. То есть нужно будет почти год подождать, пока бренд зарегистрируется. Но тем не менее, в плане долгосрочной работы это очень хороший вариант. Но я рекомендую над ним задуматься только когда у тебя уже идут хорошие продажи, ты уже понимаешь, что да, действительно, все так выстроилось, все классно идет, пора что-то делать более серьезно. Но поскольку большинство все равно не будут регистрировать себе бренд, я коснусь ситуации с другой стороны, а именно конкретно брендирование твоего товара, да, и работы с твоим брендом на долгосрочную перспективу, чтобы покупатели в дальнейшем заходили на твой сайт, заходили на твою страничку в соцсетях, либо на страничку Амазона и покупали твой товар еще и еще и еще, либо если у тебя появляются новые продукты, допустим, если взять этот лазерный эпилятор, к нему можно, я понимаю, допустим, что аудитория это будет в основном женская, а значит, к нему можно еще приделать на своем сайте, либо на Амазоне дополнительные товары, которые будут касаться только женской аудитории. И тут Игорь понимает, что его товар продается, прошло уже полгода, все идет хорошо, все настроено, отлажено, и пора расширяться, завозить новый товар. Что он делает? Он, во-первых, с самого начала собирает всю информацию по своим покупателям. Он собирает, кто где живет, он собирает, возможно, какие-то контактные данные, если они есть. Не факт, то есть Amazon запрещает сейчас это делать, то есть он максимально минимизирует возможность контакта продавца и покупателя. Но, тем не менее, это еще возможно сделать при помощи специальных сервисов, где вводится адрес покупателя, и из этого адреса можно получить данные. То есть это имя, фамилия, это, возможно, какой-то email, это телефоны. А дальше эти данные можно использовать. Каким образом можно их использовать? Во-первых, если у тебя есть большая база твоих покупателей, что я подразумеваю под большой базой? Должно быть минимум 50 продаж. Минимум, точнее, минимум 50 контактов. То есть, например, ты через свой сайт продаешь, люди оставляют телефоны, оставляют email, у тебя есть эта база. Это отлично, это классно очень. Чем больше их будет, тем лучше. И таким образом в Facebook есть очень мощный инструмент, который позволит настраивать рекламу на похожую аудиторию. Это первое. А второе, на тех людей, которые уже покупали. Да. Также, то есть человек купил, он знаком с твоим брендом, он ему доверяет, если ему продукт понравился, он готов еще покупать, еще, еще. То есть сейчас очень мощный тренд именно конкретно брендированных товаров. Брендированные товары идут гораздо лучше, чем просто ноунеймы.
Соответственно, если ты продаешь, выводишь на свой рынок еще новый продукт, его будут готовы покупать. И чаще всего это будет касаться именно тех людей, кто уже купил, и тех людей лучше делать рекламу на тех людей, которые еще не купили, но они очень похожи с той аудиторией, которая купила. Что касается, как это делается, да? Facebook, заходишь в свой рекламный кабинет, загружаешь базу твоих контактов, и там уже можно будет выстраивать лук-алайк аудиторию. Я надеюсь, ты слышал, если нет, можешь посмотреть в интернете. И также буду делать в дальнейшем видео подобную настройку рекламы. Имея у себя подобную базу контактов, можно работать не только через рекламу в Фейсбуке, но еще и работать при помощи email-маркетинга. Ведь ты знаешь, что у тебя есть база имейлов, если она, конечно, есть, ты собираешь. Можно настраивать рекламные рассылки, можно, так сказать, создавать любовь к своему бренду. И вот, например, у Игоря был один продукт, только лазерный эпилятор, а через полгода он завез еще один товар, потом еще один товар. И так, таким образом, за 1,5-2 года у него уже там 4-5 товаров, которые он продает. Это органайзер для косметички, это лазерные эпиляторы, это всякие массажеры и так далее. То есть различные женские товары, именно конкретно на кого он изначально таргетировался. И он понимает свою аудиторию, он знает ее ключевые выгоды, он прививает любовь к своему бренду, работает очень мощно с той аудиторией, которая у него уже есть, и потому что работа с той аудиторией, которая есть, она гораздо дешевле, чем работать с аудиторией с холодной, которая не знает твой бренд, потому что нужно будет вложить достаточно много денег, чтобы привлечь новых покупателей на свой продукт. И последний момент касаемо масштабирования найма сотрудников. Дело в том, что ты работаешь через онлайн, тебе не обязательно находиться в той стране, где ты работаешь, а тем самым тебе не нужно нанимать людей, которые будут работать из США, да, потому что это достаточно дорого. Люди спрашивают, типа, а как мне сотрудников нанимать, если я там в США буду работать, мне что, нужно будет их там нанимать? Нет. Во-первых, смотри, большинство работы уже выполняется в таком на полуавтоматическом уровне, да, потому что преп-центр выполняет свою работу, он отправляет товары твоим покупателям, Amazon выполняет свою работу, делает возвраты, принимает оплаты и так далее. То есть тебе нужно заниматься маркетингом, тебе нужно заниматься продвижением. Это очень крутая вещь, на которой ты также можешь нанять людей. Например, ты можешь нанять себе дизайнера, можешь нанять какого-то фрилансера, который будет выполнять работу, то есть не постоянно сидеть работать с товаром, да, а работать, выполняя ее периодически, то есть когда требуется. Работа по требованию. Также ты можешь работать напрямую с рекламщиками, которые можешь с помощниками работать, нанимать их себе, снять себе офис, либо работать удаленно. Разные варианты есть. Но основным моментом, что я хочу заметить, не стоит нанимать людей, изначально говоря, что работа будет на Amazon, там, на Shopify. Почему? Во-первых, да, ты можешь найти тех, у кого уже есть опыт работы в данной сфере. Но минусовой стороной является то, что, как правило, люди воруют идеи. С этим я сталкивался не раз. Особенно воруют то, как происходит работа, то, как происходит, какие товары идут, какие не идут и так далее. То есть поставщиков воруют и так далее. То есть очень много информации утекает, и это не хотелось бы видеть, делать, потому что они просто-напросто потом все копируют. То есть можно потом будет зайти на Amazon, посмотришь, там такой же самый магазин уже есть. Тем самым я рекомендую нанимать, то есть если это будет, к примеру, я из Украины, да, я нанимаю людей из Украины. Если я захочу нанять в офис их себе, соответственно, я буду искать людей, у которых нет еще опыта торговли на Amazon, но у них есть, к примеру, понимание какой-то работы с компьютером, с интернетом, с маркетингом, да. Ну, например, если мне потребуется SMM-щик, я буду искать конкретно SMM-щика, который будет заниматься только рекламой. Только, допустим, созданием постов в соцсеть. Дизайнера я лучше возьму отдельно. Если это будет человек, которому нужно будет поручить всю задачу, да, то есть полностью сгрузить себя, вот этот весь комплекс так называемых услуг, которые выполняет сам предприниматель на себе, на своих плечах, необходимо желательно несколько задач ему отдать всего лишь. Не нужно все перегружать сразу. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что это за человек, то есть визуально понимать, пообщаться с ним, насколько вообще он адекватный, потому что в некоторых случаях можно, я бы даже сказал, в большинстве, просто из разговора понять, что данный человек будет
тырить определенные вещи под себя. Ведь можно будет практически любого человека адекватного научить выполнять определенную задачу, допустим, связанную с поиском товаров. К примеру, я не захочу находить себе определенный ниш, я лучше передам эту задачу для того, чтобы какой-то другой человек этим занимался. Вот, я ему передаю, все, он мне каждый раз по инструкции подготавливает определенный Excel-файл, отчетность, которую он выполняет. Либо, если это рекламщик, с рекламщика другой спрос. То есть, если человека, который ищет вилки товаров, да, ищет выгодные предложения, с него спрос в том, чтобы он предоставлял таблицу и определенное количество товаров, да, определенное количество ниш дел по определенным критериям, то с рекламщика спрос уже это KPI, это количество продаж, это заявки. И, к примеру, на его зарплату он должен выполнять определенный KPI, то есть он должен выполнять, мы должны получать определенное количество заявок, заказов. Если мы тратим $1000 на рекламу, мы должны заработать с этого определенную сумму. Допустим, чтобы там чистым получалось $500, к примеру, ну, учитывая наш продукт. Да? Если будет меньше, соответственно, зарплата этого человека снижается. Определенная мотивация уже есть. Также мотивировать можно за счет того, что не платить полную ставку. То есть, например, человек становится на минимальную зарплату, которая возможна, к примеру, там на 5000 гривен, да, там, на $200. А остальное будет исходить уже из того, что он сделал. Например, если ему передать задачу отслеживать товар, находить новые какие-то предложения, следить за рекламой, вкладывать посты, и потом оказывается, что он не нашел ни одного товара за месяц, оказывается, что он не сделал рекламу, либо сделал, она не работает, либо не выкладывал посты. То есть из этой задачи уже, из этого можно посмотреть, что зарплата уже будет там, меньше. Да, то есть уже не 10 тысяч, не $400, а уже будет там $220. Ну, просто потому, что человек не справился со своими обязанностями, которые ему были даны изначально. В этом видео я постарался описать принципы, как это все устроено, как устроена работа доставки товара. Я не рассказывал, куда и что тыкать, да, какие кнопочки тыкать, потому что, ну, во-первых, это бесплатное видео, во-вторых, я рассказываю путь, который ты можешь пройти, а тыкать кнопочки придется уже самостоятельно. И также напомню, что ты можешь бесплатно получить материал, который называется «7 ключей для Amazon». Просто напиши свой email под этим видео, и ты получишь на свой email данный материал, данную PDF-книгу совершенно бесплатно. Но если у тебя есть какие-то вопросы, пиши комментарий под этим видео. А так, увидимся в следующем видео. Пока!